Всем привет! Сегодня я расскажу, как модернизировать компьютерную акустическую систему. И вот на примере вот такой вот у нас топ-девайс TDE-245. Я ее, в принципе, уже модернизировал, просто сейчас она уже такая довольно старенькая. Собираюсь ремонтировать, один канал перестал работать. Там, скорее всего, микросхему надо поменять. Вот. И заодно покажу, какие были сделаны мероприятия для улучшения качества звука и чтобы мощность меньше проседала. Ну, в общем, давайте приступим. Так, ну вот я вскрыл заднюю панель, чтобы показать. Ну, собственно, стандартные здесь улучшения проведены уже были мной. Это обклейка внутренней части короба латином, либо можно синтепоном, ну, любым звукопоглощающим материалом, что устраняет звук бочки. То есть сейчас вот такой он глухой, нормальное звучание. Ну и также сделано во втором отсеке. И второе, что самое минимальное, можете добавить вот пару конденсаторов, тысяч так на 5 на плечо. Потому что в основном в компьютерную акустику, я не знаю как сейчас, но раньше вот такие вот слабовастенькие трансформаторы ставят, у которых на пике мощности уже, ну, слышно, что проседание идет по питанию. И когда добавляешь конденсатор, уже таких проседаний не наблюдается. То есть те же самые басы уже нормально отыгрывают у вас и все остальное. Ну, собственно, вот и все. Сейчас буду смотреть, что тут не работает. Вот такая вот простая модернизация. Каждый может у себя сделать. Я думаю, что разницу вы услышите точно. Итак, друзья, закончил я тут небольшой ремонт с моей акустикой. На самом деле она нифига не была сломана. Я когда ее проверял, все было нормально. И, кстати, в процессе ремонта нечаянно что-то замкнул. В итоге вот такая вот микросхема взорвалась. Вот она. Было очень много дыма. Вот видно. И очень какая-то искра полетела. Ну вот кусок видно отломился. В итоге я просто эту микросхему 2030А перепаял. Ну, у меня штук 7 валялось в определенном месте. Установил сюда все нормально. И здесь стоял штатный светодиод голубого цвета. Я его тоже удалил, потому что он не работал, и поставил красный. Ну, в общем, вот так произошел мой ремонт. Сама акустика неплохая, особенно после модернизации. Я думал сюда еще трансформатор другой поставить. Ну, смысла это не имеет, потому что здесь микросхемы не такие мощные. Ну, вот такие вот дела. Всем пока. Всем до новых встреч.